Так, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Находимся в Светофоре, город Богородица, Тульская область. Вот это сельдь атлантическая, 1,5 килограмма. Вот такая. Смотрите, говорят, очень хорошие, вкусные, хорошие, малосольные. Мне уже мои знакомые передали. 135,50. Из Кумбрии 170. Слабосоленые тоже хорошие. Ну, у каждого свой вкус, правильно? Поэтому, если кто будет брать, пишите отзывы по поводу вот сельди и скумбрии. Это скумбрии 170-80, а это 135-50. Вот это. Так, также здесь есть скумбрия дальневосточная, холодного копчения, 391 рубль. Вот такая. Так, и сельдь 174 рубля 30 копеек. Вот такая. Пакетики здесь лежат, чтобы руками не брать. Так, и салаку привезли холодного копчения. Лоток 0,300, 77,60. Вот этот лоточек 300 грамм. Так, здесь салат вот такой под шубой 500 грамм. 109 рублей. Здесь свекла с майонезом 98 рублей. Здесь салат оливье 600 грамм. Брянск 145 рублей. Так, буферфиш 180 грамм. Горбуша 61 рубль. Кому нужен салат? Салат витаминный, капуста. Здесь 800 грамм, 104 рубля. Капуста квашеная 800 грамм, 104 рубля. Сегодня привоз там. Привезли, сейчас покажу, что привезли. Кумбрия свежая, 140 рублей. И сель, тушка 130-140-40. Вот они цены, вот такая скумбрия. Видите, а вот здесь вот сельдь есть, пакетики. Так, и еще здесь есть мойва мороженое 179,80. Вот она такая мойва. Ее можно и также и пожарить, и посолить. Мне уже рассказали, как делать, так что будем готовить. Так, шашлык вот такой, смотрите, 185,60. Вот он шашлык. Привезли очень много. Ясные зори. Привезли очень много его. Цена 185,60. Такая упаковочка. Смотрите, какая. Не знаю, насколько она весит. Так, цена за килограмм, сразу хочу сказать, 185,60, это за килограмм. Здесь 600 грамм, вот сейчас женщина 700, сказала, 700 грамм. Так что мы сначала думали, дорого, нет, нормально выходит, если за килограмм. Так что вот такая цена, за килограмм, смотрите лучше, когда берете. Яблоки хорошие, я вчера пробовала, отличные, да, да. Сочные, сладкие, хорошие яблоки, я вчера брала. Вот такой семейный пломбир. Цена за 450 грамм 115 рублей 10 копеек. Так, вот этот будильник с таймером 748 с копейками там. Его только видите, надо раскрывать, смотреть. Ну, сейчас посмотрим, наверное, сможем. Вот такой он будильник этот. Там инструкция есть, кабель, все есть. 748 с копейками, точно не помню цену. Так что будет на кассе непосредственно. Так, открываем эту. Ага, спасибо. Так, привезли там еще бедра.
но пока цены не знаю. Так, здесь что у нас? Это чай. Чай такой, а это финики, финики. Да, это набор. Кстати, шоколад мне понравился. Сразу хочу сказать. Так. Ну вот и все, наверное. Спасибо вам за что, да, за то, что посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Там еще идет приемка. Но мне надо ехать уже. Хотела уже закончить видео? Нет. Вернулась. Смотрите, вот такие брюки женские, спортивные. От 46 до 54. Но тут осталось мало. Здесь размер 50. 149,90. С лампасами. Такие тоненькие. Обработано хорошо. Ну, для дома вот так вот. Очень хорошо. Вот так вот подкладка такая. Не теплые. Вот они. Так, здесь карманчики. Вот так один карманчик здесь сзади. И вот такие серенькие еще в полосочку. И тоже здесь вот сейчас секундочку. Так, это зад, перед. Сейчас посмотрим. А здесь вот такие карманы. Вот они, видите? Здесь вот такие карманы. Такие. Так, это размер. А, этот 46 размер. Ну, осталось здесь чуть-чуть. Очень. По нашим ценам сейчас это нормально. Даже очень хорошо. Был бы мой размер, еще взяла бы. Все, наверное, пока. До свидания, до встречи в эфире. Ну и со своими знакомыми, которые живут рядом, постоянно встречаемся. Было. А, эти еще есть. Привизия. Просто подкладывают, чтобы аккуратно все выглядело. Привизия у меня прошла. Все а, хорошо, понятно, понятно. Вот видите, заведующая сказала, что они есть в наличии. Вот они, окорочка. Все. Так что приезжайте, кому надо. Упаковка идет уже. Все. Да что ты никак...